Молодец. Сегодня один из дней, который мы посетили One Team, я и Кайл, амбассадоры, участвуем в развитии баскетбола, в внедрении его не только по спортивной части, но и показать, как спорт, в частности баскетбол, может повлиять на обычную жизнь, где нужно доверять партнерам по команде. Все-таки баскетбол – командная игра, одному здесь не справиться, какие взаимодействия применить, то есть на логику, на фантазию, на выдумку гораздо, то есть много упражнений, именно посвященных не баскетбольным каким-то навыкам, потому что, я думаю, девочкам хватает тренировок по баскетбольной части, а именно в игровом плане, в расслабленном немножко состоянии понять, что баскетбол, он полезен не только в спортивной части, но и в обычной жизни. Шажок вперед, чтобы они вот могли проходить между вами. Можете вот повернуть куда-нибудь. Ну, сегодня мы делали упражнения, которые направлены на сплочение команды, на умение работать вместе, на умение выбирать лидера и работать с этим лидером, то есть знать свою роль в команде и понимать, что ты работаешь на благо команды. Что выберем? Движение вверх? Нет, давайте... Может, который... Луни Дюнс? Этот Space Jam? Угу. Space Jam. Космический баскетбол, да. Это был вопрос. Если бы команда была фильмом, то каким бы фильмом она была? Наша команда сначала подумала о фильме про спорт. Ну, естественно, это же баскетбол. А потом я предложила, ну, что-то абстрактное, немного другое. Например, триллер. И мы начали думать, какой это будет триллер. Надо было слышать игроков, которые стояли в виде каких-то препятствий. Они давали команды 1, 3, 4, прямо там, направо, налево, стоп. И надо было с помощью вот этих команд пройти. Задача здесь была больше на доверие, доверять своим партнерам. То есть один человек с закрытыми глазами, с мячом, остальные его ведут, подсказывают ему, и он должен надеяться на них целиком и поверить, что они доведут его туда, куда нужно. И я исполнял до отрицательного героя и мешал им, подсказывал ненужные повороты для того, чтобы их запутать, для того, чтобы они внимательнее слушали своих партнеров. Хотел бы очень, чтобы они поняли, что игрой нужно наслаждаться. Помимо того, что это тяжелый физический труд и нужно выполнять поставленные задачи по достижению результата, все-таки от игры нужно получать наслаждение. Блокшот, 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 блокшот. Уверенно, уверенно.